переезжаем. Что-то мигаешь? Нет. Попадет, да? Бутылку надо. Да, это надо. А что мне будто брать? Можно прямо за ручку брать? А это мусор? Это мусор, папа. Я не знаю, что кто. Нет, это пакет. Хорошо. Короче, я помогаю с моим родителям. Моей маме и папе. Кстати, это папа порезался на гриле, и вот он оставил кровь на замке. Короче, я приезжаю и помогаю. И это приехал этот друг Сашка с работы, его старый. Видео делаю. Скажите привет. Привет. Короче, вот наш апартмент. Если вы никогда еще не видели. И моего папа, то есть моего друга папа. Это тут работает иногда. А? Друг моего. Ну что? Who cares? Делаю видео. Мама, улыбнитесь. Ой, вот это снеси, пожалуйста. Вот эту штучку, окей. Мама, улыбнись. Пакет. Вот эти пакеты? Какой-нибудь пакет, да? Вот тут я все взяла. А нафига ты взяла еще? Нести в чем? Мама, просто так неси. И не говори плохие слова. Да, я знаю, мам, не трогай. Такая вешалка, сушилка. Мы идем. Вот по этой тропинке я всегда иду в школу. So for this, I go from up here. That's my balcony. Over there to the stairs. Then I walk over here by the path, to the path. Туда. А что ты туда идешь? Я показываю, как я иду в школу. And sometimes I go this way. Sometimes my mom stops over there, like that white car, and makes me my braids. Короче, моя мама там как-то белая машина стоит. Где она стоит? Мама мне там иногда косички делает. И, короче, мы вот так или вот там идем по той тропинке. Or we go for that path. Or this path. Короче, мы или иногда мы идем по этой. Но мы всегда это любим по этой. We like for this. To go for this one. But then there's a walkway through the park over there. And there's another part of our apartment. We live in D block, and there's that path over there, and we always wanted to try to go there. Мы всегда хотели там
идти. Но мы все забываем. We always forgot to go there. But we always try. Короче, мы всегда пытались. Спасибо, Сашка. Что еще брать? Вот эту сумку, пап, с мороженым. Сейчас я посмотрю. А где еще мороженое? Там. Будешь сейчас доедать? Окей. Я могу доедать. Окей, хорошо. Сейчас я вам покажу. Вот так. У нас очень мало теперь вещей. Вот мои игрушки. Тут моя большая кровать стояла. Вот. Вот меня мой друг Дастин нарисовал из школы. Вот мы рисовали. Это папиного компьютера. Короче, и вот тут мы сюда идем. Тут кто-то живет вон там, я не знаю, в лампе. Короче, вот наш этот. Ну, короче, да. Папа, не забудь это насос. Он там в это, в... Как оно называется? Там в шкафу на балконе, окей? Я могу это снести, окей? Это к маме, да. Только надо ей сказать, что там мороженое и молоко. К ней это домой? Да. В машину? Окей. О, лед, можно съем. Короче, это очень тяжелые. Привет опять. Привет. А я мороженое ташу с молоком. Моя папа не расставила? Там есть это... лед специальный, чтоб не растаивало. А я сейчас буду мороженое доедать. О, так это прикольно. О, я теперь вот так на плече несу. Кстати, посмотрите на мою футболку. Fortnite. So then we wanted to go there, but we kept forgetting. Ah, it's a TV. And on that park, in that park, there's a basketball court where we almost every time play. Короче, там баскетбол корт в этом парке. Я вам почувствую, когда играем, если есть время. If we have time. И, короче, and there was a jogathon like last year. And before that year, too. Короче, там джогатон был. И если вы в моей школе, вы бы знали. И там всегда он в парке. So if you're in my school, you'd know that there's a jogathon in the park almost every year. But yeah, I think almost. Короче, и там джогатон — это типа бегать, кто больше кругов сделает. Максимум это 50, но можно больше, если сможешь. So maximum is 50 laps, and jogathon is like a race. Like, who can run the most? That's my mom's car. Over there, the white one. And the maximum is 50. But you can do more if you want. And if you're already done 50. Папа, что нести? Пап, что нести? О! Джули, 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 бинс. Вот это можно. Привет! Я сегодня проснулся и понял, что... Мама. Я не хочу это по субботам работать. Знаешь что? Я сейчас из одного заказа должен ехать между 11 и 12. Ну, на самом деле один финиш какой-то. Ну, у меня сделать. Мама. С утра, знаешь, нормально. Да. Нет, я расчищаюсь утром, посмотрите, и поехал. Вот я расчищаюсь. Скопирую этих детей. Ну, можно.
тут пистолет, но это реально не пистолет. Ну, это пистолет такой называется. Что мне нести? Короче, ребята, я скоро буду делать видео тиктокивые. Типа ты наступаешь на что-то такое прикольненькое, лопается, хрустит. И я скоро такие буду делать видео. Только когда я узнаю, это что я буду так наступать и как эдит сделать. Ну, короче, color screen я смогу. И ну да. Только мне надо надпись как. Поэтому. Ребята, в ТикТоке или в Ютубе комментарии. Пожалуйста, комментарии на мои видео. So guys, I'm gonna do those TikTok videos later. Варька, ты с кем-то разговариваешь или ты просто записываешь? Или ты видеоблог ведешь? Видео на Ютубе. Ух ты! Вообще круто. Ты у нас юный видеоблогер? I don't know. Я не знаю. And like I'm gonna do those TikTok videos where you like step on crunchy things or soft things like squishies, taco shells or something. Yeah. And I'll step on them. But first, I need to know how to edit things. But I know the screen color how to do that. But I don't know how to do like those text boxes, and then they appear and then they disappear. I don't know how to do that. So yeah, guys, in this video, just type comment me down below on this video in the comments how to do those edits, and in TikTok if you know my TikTok account. Ап, скажи привет. Привет, а я не пап. Я сказала папе пап. Ладно, папа тоже пап, привет. Короче, мне ничего не надо делать, so I don't have to do anything. And... Oh, Roly-Poly! Oh, so cute! They're cute, but they're dangerous to us. I wish I just could step on it, but I won't. I wish I did. Короче, мне реально ничего не надо делать. Просто можно вот такой йогурт спить. Кстати, ребята, покупайте Какью или как там. И это типа реклама сейчас у меня. Я не знаю, как делать рекламу. И вроде это за надо платить, но у меня нету денег. Ну, у меня есть деньги, но это коплю я. Короче, вот покупайте эти йогурты. Вот именно этот мне не нравится. Из-за cereal или как там, wheat вроде. Короче, и там есть вот банана cereal, wheat, hashtag, slash wheat. Там есть strawberry with cereal, wheat, actually. И, ну да, мне такие не нравятся йогурты, но остальные все мне нравятся. Клубника с бананом, например. Еще какие-нибудь, например, ягоды. Папа, улыбнись. Я улыбнусь. Молодец. Да, Саша! Кстати, сегодня будет карнивал нас на парковке. Ой, так жалко, нету места. И просто эхо у меня. Где нет места? Я липко шляпаюсь. Мама, скажи привет. Привет. И, короче... Нету ничего! И у меня эхо!
Вот этот номер среди. А? Вот эти две коробки. Пусть ему постоят. Почему нам надо переезжать? Тут больше ничего нету. Это все еще на видео будет? Угу. Короче, я сейчас буду отключаться. И простите, я не могу лайвстрим делать, если я буду популярным. Но я думаю, что это не случится. Потому что я плохой ютуб-блогер. У меня даже нету компьютера. Я думаю, ой, Микки Маус, типа. Там, вот тут. И вот тут. Если вы не видите, то напишите в комментарии. Если вы видите, то поставьте лайк и комментарий, то, что вы видите. Вот, 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 вот. Папа говорит, что это артист, это я не помню, как на русском, говорит, что great artist, наверное, или просто артист, это они очень хорошо видеть вещи, типа в облаках, где-то, например, на дороге, на тропинках, везде почти, что я одна из таких, я вижу вещи. Короче, да. Я сейчас с камеры себя вижу, даже если солнце на нее идет, я все равно себя вижу. Лучше солнце, потому что тогда я себя больше вижу. Вот почта. И вот эта бумажка про карнивал. То есть комьюнити карнивал. Там будет bouncy houses. Домики и. Тут все такое. Прыгающие дома будут и все такое. Месяц назад я въехал в его дом. Там будет за $6 Papa John's Pizza. Хотя они... Это только для Esplanade Apartment. Но можно семью пригласить, типа. Вот у нас это, я живу в этом апартменте. У меня получилась такая бумажка. Ну, дали, всем, конечно, дают. И это в Esplanade Apartment только. И у нас блоки есть, они по разным улицам и все такое, короче. А мы живем на Flanders Drive. Вон моя школа. Ее нельзя видеть, но я пытаюсь. Вон там забор, не тот, а там дальше забор, короче, есть. И, короче, там мы будем прыгать на домик, типа домики. И, короче, они, кстати, наш апартмент делает сейл вроде на $1 или $2. Потому что обычно Papa John's пицца, она вроде за $7. 6.99. А я не помню, потому что если large или medium, или что-то там купить, то получится. Или если две... Наверное, я не помню уже, то получится $12. Ай. И, короче, вот они нам делают сейл специально для нас. Что делаете? О, носочек. Варим, там бургер соус, ты даешь его? А, окей, на завтрак как раз. Короче, ребята, всем пока. Пап, скажи пока. Пока. Ватя, а ты эти до сих пор не сняла? Ну, хочешь? Сейчас идет, сниму. Делать? Давай, давай. Плачу, ничего не осталось. Мама, с
Скажи пока. Пока. И пока. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.